Всем доброе утро, день. Что у вас? У нас сегодня такая полосатая. Да? Все полосатое. Полосатая. Все, иду домой, чтобы покушать. Что ты там меня долгаешь? Свой салатик вкусный. Еще что-то хотела оживить я. Совершенно не помню. Ну, сейчас придем домой, разберемся. Жарко так. Давай. Сегодня у нас еще повышение температуры. Правда, не знаю, куда нам уже будет повышаться. Потому что уже некуда повышаться. Чуть закрывать. И закрылась. Пойдем. Что-то там шумит. Туристы, руссо-туристы обликом орали. Чарли, бен пураки, мама пураки. Бен пураки, тирапая. Смотрите, как все загажено. Голубями. Вообще, дорожка такая. Ужас. Так неохота возвращаться на работу, но надо. Все люди на пляж поедут. Ой-о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 й
Так. Мама, у Чарли. Ой, ну жарко сегодня, да, это тоже капец. Наша машинка вот тут. Она стоит. Ну все, поехали. Что-то мне надо было в магазин ехать, но совершенно не помню. Если не помню, значит не надо, правильно? Правильно. Буду сейчас обедать. Я сюда тунец добавила. Яйца забыла сварить. Так что будем без яиц. Вот этот салатик. Сейчас возьму кусочек мяса. Два кусочка, они тонкие. У меня было три банана, которые уже все, пипец, подкрался незаметно. И я добавила туда два яйца, творожок, немного муки. И сейчас все это запихаю в духовку. Что получится, не знаю. Может быть, все выброшу. Просто жалко было бананы. Всем приятного аппетита. Вот такой чизкейк, можно его назвать, получился. Очень вкусный. Знаете, я даже не ожидала, что такой вкусный будет. Мы уже попробовали. Я уже иду на работку. Ой, Чарли надо привязать. Чарли, маму. Бенга. Бенди не хочет, видите? Блин, батарейка садится, забыла зарядить. Блин! Давай, сувы. Сувы. Таким темпом мы будем до завтра собираться. Давай, сюда, залезай. Давай. Сувы. Ой, блин. Это вообще жесть. Нет парковочных мест вообще. Два круга дала, представляете? И я парковала не очень в хорошем месте, но... Вообще негде парковать. Люди пускай едут на пляж. Нет же, не дома сидят. Уже задумываюсь, может быть, на следующей неделе или завтра даже уже закрыть нафиг после обеда. И подождать уже сентября. И тогда с сентября уже открываться нормально. И все равно никого не будет. Жарко очень. И все на море купаются. Какая им парикмахерская. В общем, не знаю, посмотрю, если сегодня и завтра. И, может быть, на следующей неделе не открою, потому что это самый разгар отпусков. Самый-самый-самый. Машин до хера. Парковок ни хера. Ребята, чё? Иначе мы не разменемся одни вдвоем. Машина, я и Чарли. В общем, надо что-то думать. Посмотрим на сегодня и завтра. И чё почём и как, что с народом. У нас сегодня заканчивается ферия. Будет... Ой, телефон трясется.
постоим. Будет салют большой. Во сколько? В 10, наверное, не знаю. И вот, начинают уже стрелять, оповещать, что праздник. Что праздник, что все дела. И вот стреляют, вот результат стрельбы. В общем, решила я закрыть на выходных. На завтра после обеда не буду работать. И послезавтра. Ой, послезавтра, в пятницу и в субботу следующий. Потому что нет смысла никакого открываться. Это только трата бензина и времени. Да, и парковки совершенно нет. Окружиться — это еще трата бензина. Чарли, может, все стрельнули уже давно? Так что закрываюсь. Сейчас хочу съездить в Меркадону. Я вспомнила, что мне нужно-то. Мусорных мешков нету. А так как я сейчас почти пакетами не пользуюсь, пластиковыми, то и пакетов для мусора у меня вообще нет. Мусор некуда выкидывать. Что еще хотела? А, в Декатлон рядом там зайду. Может быть, все-таки хочется мне какую-то купальню найти. Вроде бы в прошлый раз смотрела, там понравился один, но не факт, что он там еще ждет меня. Потому что сейчас уже новых добавлений не добавляют никаких купальников. А вот распродают то, что осталось. Ну, правильно и делают, правильно. Не будут же они меня ждать такую красивую, когда я там соберусь купить себе купальник. Море, конечно, шикарное, так как завтра не буду открываться. Хотя тоже субботу я не люблю на пляж ездить. В общем, поживем, увидим. Он уже идет и боится всего, каждого шороха. Так что гулять мы тоже, естественно, сегодня никуда не пойдем, потому что неохота мне его на руках носить. И что это за прогулка такая получится на руках? Сейчас море покажу. Видите, как машины паркуются? То есть, вот, например, вот здесь нельзя парковаться. Может отвезти, как этот погрузчик паркуется. Всем по барабану. Я вообще вон около скалы. Смотрите. Кое-как. И вот так я сегодня два раза кругом, два круга дала. И нифига. Море, конечно, шикардос. Но и народу там. Камеру дома оставила заряжаться. На телефон. Ну, телефон у меня тоже неплохо снимает. Смотрите, какая красота. Так что, может быть, завтра и мужу даже уговорю съездить на пляж. Он не любитель моря, пляжей. Но вот вчера съездил там с родственниками. У них этот бассейн. И ему там зашибись. А я не люблю бассейны. Так что вот так. Ну, гляньте, какая маленькая. Оля, господи, пекиниту, мальчику, мачо, pero está castrado, es como que no, qué chico, mira qué chico, no es muy malo, no le gusta, no le gusta que le tocan, es muy buena mientras no le tocan, vale, vale, no pasa nada, Dios. Видите, вот какой он мне, не любит, чтобы его трогали. Да я такая иду. Вот я тут такая. И купальник был. Посмотрим, какие здесь. Тут я видела, были какие-то более-менее. Ну, выведем. Купили. Трюселя, кстати, вот есть. А, и сам вот этот тоже лифан. Ну, это что, это какой-то маленький, наверное. Да я иду такая вся. Удальчик, либо. Нет, это тити мои. Хоть у меня и небольшие тити, но у меня это что-то совсем маленькие тити. Так симпатичный, но маленький. Были тити побольше в прошлый раз.
Это вот спортивный. Наверное, в этот спортзал. В общем, ничего уже все нету. И ничего такого тут нет. Это, а это наоборот большие тити. Либо маленькие тити, либо большие тити. Подожди, вот это тут что тут такое? Это что-то интересное уже. Ну, как вам такое? Вариант. Вроде бы ничего, да? Ничего или ничего хорошего. Я вообще, знаете, как я люблю купальники? Типа вот таких вот, чтобы вот так было. Ну, чтобы тут что-то хотя бы вот так было предзакрыто. Ну, вот типа вот таких вот. Ну, это какой-то вообще никакой. В общем, не нравится мне ничего. Не очень какие-то. Не очень. Вам какой-нибудь понравился? Ну вот если вот такой вот. Еще более-менее. 12 и труселя. Ну если только вот такие труселя люблю. 7 евро. Ну уже 20-ка выходит. Ну если бы хотя бы он не нравился, а тоже ведь не нравится. Фигня на постном масле, как обычно. Пойду в Меркадону. Да. Стоят люди, народ прям там. Очередь. В общем, пойду за Меркадону за бумагой. Фу, за какой бумагой эти пакеты. Вот смотрите, видите, в голубом девушка 100% русская. Во-первых, платье длинное с длинным рукавом. И пила газированную воду. Испанцы не очень любят газированную воду. Поэтому сразу угадала, что она русская. Ну и, естественно, блондинка с голубыми глазами. Причем, знаете, русская не здешняя, что здесь живет, а может быть даже какая-то приезжая. Ну, в смысле, турист отдыхает. Так, туалетная бумага. Все время хочу сказать туалетную бумагу. Мусорные мешки. Кстати, вот стевию, которую я покупала в Алькампо, мне она совсем не понравилась. Мне нравится вот здесь, в Меркадоне. Она лучше, вот стоит 200 грамм, 2,96 стоит. А которая вот... Стевия – это натуральный сахарозаменитель. Это травка такая. Вот видите, из нее добывают сладость. И сладко становится. Вот. И вот этот мне больше. Я хочу компот сварить вишневый. У меня там вишня, черешня есть. Так, здесь мне ничего не надо. И, в общем, хочу из нее. Там уже много осталось. Она такая уже нехорошая. И компот сварю. Семечки взять вкусные какие-нибудь. Я больная на семечки, поэтому без семечек жизнь не рай. Я уже дома. Ой, сейчас поставлю супчик, компотик варить. Вы знаете, про девушку. Эта девушка, ну, 100% русская. Она еще на такси в Меркадону приехала. Вернее, за ней. Я себя вспомнила. Я была один в один, как она, когда только приехала. Потому что, во-первых, мы как привыкли. Я, по крайней мере. Так, хватит умываться. Чарли, чистый. Накрашенная, даже выбрасывать мусор. Ну, это в России так я жила. И по приезду сюда, ну, думаю, а что может измениться? Наверное, то же самое. Юбочки, платьишки, каблучки. Все, каждый день одно и то же. Вся красивая такая, вся припудренная, вся на такая вся, в общем. Вот. В Меркадону только на такси. Точнее, туда до Меркадона пешком. Я жила в Альмунекаре. Вот. А обратно на такси. Ну, а как иначе? Это сейчас я уже, знаете, не накрашенная.
И что тут такого? Да все не накрашенные. Шортики и маечки каждый день. Так это же это удобно и красиво. Какие платьишки. Здесь вообще их никто не носит, только на праздники. Нет, но носят, конечно, все это есть, все носят. Сейчас, кстати, все больше их носят, платьишки, летом особенно. Но такие, знаете, повседневные, не слишком нарядные, в общем. А уж про Меркадону и такси, это вообще вы что? Тележечка в зубы и вперед в Меркадону. Во-первых, растрясете все жиры, во-вторых, сэкономите на такси. Какое такси, когда есть тележечка? Вон она, кстати. Ой, ну вот видно, видно сразу. Нас видно издалека. Не вздумайте, не потому что там, что это я так плохо сказала. Нет, просто мы выделяемся. Ну, я, наверное, уже меньше, хотя моя белая харя, ее хоть где увидишь. И как бы назвать меня испанкой, ну, как-то язык не поворачивается, да? Вот, и вот когда я выходила из метро и увидела эту девушку, садящуюся в такси, ну прям вот думаю, я лет так 14 назад. То же самое. Я не я, такая цаца вся была. Да. А сейчас в моем гардеробе все больше джинс, хотя нет, летом я ношу платья, юбочки. Это все я очень люблю, все очень уважаю. Ну а насчет каблуков, каблуки, а что это такое каблуки? У меня их нет. Во-первых, здесь почти везде выложено не асфальт, а такие вот как квадратики, как не знаю, как назвать. В общем, какие каблуки, они в эти квадратики залазят, их потом хрен достанешь. Да ну нафиг. Эти подъемы, спуски, горы, да ну нафиг. А ноги потом болят, идешь и думаешь не о том, не о прогулке, а о том, что у тебя ноги отваливаются. Ты уже ходить не можешь. Блин, кто-то травку курит, так воняет. Фу, вонючая какая она, зараза. Сосед, небось, они там молодые. Так что вот так вот. Вот, напомнила, ехала домой всю дорогу и себя вспоминала. Молодость. Раньше, правда, я вот в России даже мусор не накрашенный не выносила. А сейчас... Нет, ну я сегодня поднакрасилась, что я сегодня красивая. Да. А вы краситесь каждый день? Или тоже, как и я, через день. Особенно летом. Все вот это течет, все стекает. Какой там... Какой там красится? Пойду компот варить и посудку помою. Ну вот, у меня что-то получился типа бестроганов, или как его назови. А там у меня готовится гречка. Компот готов. Гречка. И нужно еще мужу отварить рис. Гречку он не будет, да и нечего продукты, и, как говорится, изводить. Кстати, у меня заканчивается гречка, надо в русский магазин съездить и купить. Вымота посуда. Такая гора, вообще не пойму. Я сегодня почти не готовила. Откуда гора, не пойму. Вот, сейчас буду компотик пробовать. Чуть не пропустила, смотрите.